Я бегу уже 12 километров вместо 10. Типа заблудились. Я говорю, ребята, GPS показывает 11 километров. Они говорят, все нормально. Мы заблудились. Я уже должен был финишировать. Но походу теперь буду бежать все 20. Вот. Как-то, блядь. Километров, мы бежим, все нормально, машины едут, 440 темп, охрененно, бьем рекорды. Я уже тупо боюсь отстать от этой группы, потому что заблудимся, поэтому это стимулирует, как бы, добавляет силы, не отстать, не остаться жить в броварах. Многие спрашивают, чем отличается осенний забег в Броварах от Wizz Air Kyiv City Marathon. Трасса очень живописная. И главное, сука, не кончается. Вот хочешь 10 беги, хочешь 20, хочешь 50. Тут, блядь, по этим лесам можно бежать вечно. Ну, вместо болельщиков белки. И медведи. Время 1:21:20. Дистанция 17 километров. Средний темп 4:47 за километр. Темп падает, я устал. Вспоминаю фильм «Ведьма из Блэр». Только что меня обогнала девушка. Кажется, это конец. У, бровары. Сука.